Это не просто смартфон. Это произведение искусства. Дамы и господа, рад представить самый продвинутый из серии Xiaomi 11T Pro. С какой стороны не посмотреть, но этот пирожок нафарширован по ГОСТу. 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, топовый чипсет Snapdragon 888, стереодинамики Harman Kardon, основной модуль с разрешением 108 Мп, аккумулятор объемом 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт. А это от 0 до сотки всего за 17 минут. Но все это были бы просто цифры и буквы, если бы не тысячи положительных отзывов пользователей и нереальная программная поддержка, например, Dolby Vision с потрясающей цветопередачей или Dolby Atmos с выдающимся качеством звука. Дисплей с оценкой A+, от самого надежного агентства по оценке дисплея в мире. Топовые версии как встроенной, так и оперативной памяти, Wi-Fi 6, Miracast, NFC, двухчастотный GPS. Фух, все это не только и есть Xiaomi 11T Pro.